Всем привет! С вами Экстракт. Концентрированная информация из мира острой культуры. Меня зовут Настя, и мы продолжаем увлекательное путешествие по стране сковелей от совсем не острых до адски жгучих перцев. Ну что, погнали? Моя слабоострая любовь. Халапеньо. Халапешечка! Халапенюшка! А где халапеньо, там еще более мною любимый чипотле. Это, если что, копченый красный халапеньо. Имеет остроту от 5 до 10 тысяч сковелей. И так как эти перцы, ну, очень популярны, им мы уделим особое внимание в одном из следующих выпусков. Более подробно обсудим, что это за перец, чем его едят и какие соусы у нас имеются в продаже. Скажите, какие у вас ассоциации с горячим воском? Нет, это не то, о чем вы подумали, мои маленькие мазохисты. Это всего лишь перец. Wax pepper – венгерский горячий воск. Родом он из Венгрии. Сорт попал в США в 1932 году и немедленно обрел популярность. Обычно его собирают до созревания, еще слегка желтым. Но когда перец начинает краснеть, становится значительно острее. В среднем острота от 1000 до 15 тысяч сковелей. Сладковатый вкус этого перца очень популярен в соусах моле и других традиционных латинских блюдах, супах и салатах. Но давайте перейдем от слегка теплого к более горячему перцу – серрано. Этот перец был найден в горной местности Мексики, недалеко от горы Сьерра. Отчего и получил такое название – перец с гор. Еще точнее, нашли его в штате Пуэбло, откуда родом перец поблано, уже знакомый нам по прошлым экстрактам. Серрано любили майя, ацтеки и инки. Внешне напоминает торпеду и часто его путают с халапеньо, так как первый перец продают чаще всего еще зеленым. По остроте серрано от 10 до 23 тысяч ЕШС. Что, блядь, так... Денис, шкалы сковела, По остроте серрано от 10 до 23 тысяч сковелей. Острота зависит от размера плода. Чем меньше, тем острее. В 2019 году в Институте Чили Нью-Мексико вывели новый сорт серрано, который по остроте ближе к халапеньо, и назвали его в честь Джона Харда, основателя компании Cajon's Fiery Foods, крупнейшего производителя острых соусов и других приправ из перца чили. Перец получил название New Mexico Cajon's Serrano. Чтобы лучше ознакомиться со вкусом перца, ищите соусы с ним на сайте Chili Bros.co. Серрано часто используют в приготовлении сальсы, маринуют или просто жарят. Но самый популярный соус, в основе которого используют серрано – шрирача! И ей мы, разумеется, выделим персональный выпуск, в котором расскажем всю историю компании и ее мирового успеха. Это был еще один экстракт. Следите за новыми выпусками в отдельном плейлисте и не забудьте поставить колокольчик для уведомлений. Увидимся на Chili Bros.co. Пока!